Можно, у меня просто на них стоит уже. Мне деваться нет. Вот там за колонкой есть место. Я там был. Я здесь. Хорошо, только не на пульт. Итак, мне так кажется, что песня уже идет. А можно пукнуть на пульт? Да, можно. Это будущая музыка. Это же интро, ты что, не узнаешь? Я наизусть знаю их. Третий альбом, пятая песня, она, да. Вот, это все. О, ихняя самая известная Лера... Блин. Он только что назвал название этой песни. Это секретное название Редоси. Мы запикаем на монтаже. Это Редоси. Парень говорит, я сейчас начну играть, а ты... Нет. Нет, он говорит, я сейчас начну играть, а ты, пожалуйста, начни играть. Он говорит, вот так, говорит, показывает ему, вот так. Нет, говорит, вот так, смотри. И, по-моему, песня началась. Все, махается голова, я чувствую, это оно. Все, вибрации пошли по всему клубу. Все, кто был равнодушен, стал неравнодушен. Поджигания происходят. Все, оно! Вот они, смотрите. Раньше эти ребята просто дико хейтили этих ребят. Ну, после первых аккордов, которые услышали вживую. Не-не-не, это был только что первый альбом. Сейчас они начали второй альбом играть. По-моему, тогда. Все, это все. Вот парень пришел. Парень говорит, можно я поиграю? Это какой-то металлист, какой-то. Распишитесь на гитаре. Да. Можно автограф на гитаре? А он махнул рукой, говорит, пацан, ты металлист, иди нахрен. Мы металлистам, мы вообще с нефорами не дружим. Какой-то не просто. Не, ну трио просто что-то правильное. Трио я бы родил, называется. Трио так. А песня называется «Ёжевый ежок». Да не, хуйня. Это не трио, это дуо плюс один. Точно. По-моему, они хвастаются гитарами просто. Говорит, смотри, у меня 8 струн. Пиздец, у меня 4, говорит, 2 раза больше. Как так-то? Говорит, у меня пол твоей гитары. Да, пол твоей зарплаты. И вот она. О, это же третий альбом, сразу узнаваемый, всеми. Да, вот оно. Он уже закончился. Ну как так-то? Это был великолепный третий альбом. Они пощипали всем нервы, ну и перестали. Короткие, четкие песни. Это третий альбом уже был. Да. Они только что сыграли третий альбом. Я потанцевал, все, и не устал. Да, специально рассчитано на то, чтобы не устать. Песня так называется «Не устань, а поебашь». Простите за название песни, но не я придумал. Ребята сами выдумывают название, как и название группы. Вообще все грайдкорщики и сосунки по сравнению с ними, со своими очень длинными блокбастерами, так сказать. Это сущая правда. В полторы там минуты, в полминуты, в 45 секунд. Все остальные лохи. Это все, блядь, сынки просто по сравнению с ними. Просто гамно. И вот она пошла уже брейк с 3 на 4 альбом. Только что начался. Четко, лаконично. Это 17-й альбом начался. Потанцуешь, там устанешь. Басист только что показал, что он не помнит начало 17-го альбома. Говорит, мы когда на студии были, я бухой был. Говорит, да вот, смотри же. Он сока просто яблочного. Да. О, барабанщику подействовали таблетки наконец-то. А, это их самый прогрессивный альбом. Это прогрессив, когда начали играть. В 65-м году. Оно. Счастье слышать это все! Счастье-то какое! Слышать все это! Хлопцы! Теперь умереть нельзя! Вырванные годы из жизни у всех тех, кто не слышал это!